Всем привет, меня зовут Паша, на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и наконец-то у нас вышел крутой, интересный, долгожданный релиз. Wicked выпустил новый альбом под названием After Hours, и о нем бы я хотел поговорить, потому что как-то в последнее время крутых альбомов выходит не так уж и много. Из самых ожидаемых у нас в этом году это Dua Lipa, Weeknd, Adele, возможно, Lady Gaga и возвращение других поп-звезд, которые еще не подтверждены. Поэтому этот альбом был на очень таком высоком уровне ожиданий и у критиков, и у слушателей, и у фанатов Weeknd'а, потому что как минимум один из лид-синглов был и есть до сих пор хитярой, держится в чартах, и вообще это потрясающая песня, на которой мы поговорим чуть-чуть позже. А поэтому давайте разбираться в новом альбоме Weeknd'а. Я хочу поговорить буквально пару слов о каждой песне, подвести какой-то итог, поставить им оценку и что вообще как. Сразу скажу, у меня ожидания были высокие, даже, возможно, немного завышенные, но давайте смотреть, что получилось в финале. Открывает у нас альбом песня Alone Again, и это довольно средняя песня. Начало, в принципе, хорошее, мне понравилось, звучит хорошо, но ко второй части у песни немножко сменился мотив, и он пошел вообще не в ту сторону, куда стоило бы, наверное. Мне не очень нравится, как звучит вокал Weeknd'а в этой песне. В принципе, обработка его голоса достаточно спорный момент, наверное, это вкусовщина на любителя, но мне не очень зашла, и это относится не только к первому треку, а к большей половине альбома. Второй цвет песни Too Late, которая очень похожа на первую песню. И я когда слушал, я даже не заметил, как одна песня перешла во вторую, и это не очень хороший знак. Да, альбом, конечно, цельный от этого, но все-таки песни должны немножко различаться и быть, ну, немножко не похожими друг на друга. Третья у нас песня Hardest to Love, и она мне понравилась прямо с первых битов. Сразу было понятно, что немножко уже пошло аптемпо. И она звучит действительно лучше, чем первый и второй трек, хотя вокально, мне кажется, стоило ее делать немножко поярче, потому что из-за того, что вокал такой немножко такой размытый, размазанный, с кучей эффектов, немножко вышло это все бледно. Но вот четвертый трек Scared to Leave мне очень понравился, это один из лучших треков на альбоме. Это опять же такие 80-е, с которыми Weeknd заигрывает весь альбом, и что касаемо Weeknd'а, он, наверное, довольно неплохо звучит в вот этой вот вселенной 80-х современной обработкой, потому что не у всех получается это сделать хорошо. За хорошие примеры мы берем вот в этом году эту Dua Lipa и, наверное, Weeknd'а с Blinding Lights, который мы чуть-чуть позже обсудим. Но это вот тот стиль 80-х в современном прочтении, который не стыдно послушать. И песня Scared to Leave один из этих примеров. Пятая у нас идет песня Snow Child, и она настолько скучная получилась и пресно, что я даже не знаю, что о ней можно сказать. Наверное, это вот одна из тех песен, которую можно смело выкидывать из альбома. Мне она совсем не зашла. Шестая у нас песня Escape from LA, и она опять же такая вот, ну никакая. Вообще, я к этому моменту стал почему-то в записи слышать какой-то немножко продакшн, как от Kanye West'а, похожее по звучанию, хотя понятно, что вокально это все немножко сильно различается. Но опять же, вот это все одна песня растворяется в другой, переходы вот эти вот непонятные. Как бы за концепцию это может и хорошо звучит, но все-таки надо прорабатывать альбом чуть детальнее, чтобы песни все-таки могли существовать каким-то отдельным целым. А такая песня, как, допустим, Snowflakes или Escape from LA, они просто никакие и сами по себе, да и в альбоме тоже. Просто филлеры. А вот седьмой песня Heartless, которая мне очень понравилась. Это вот, наверное, одна из топ-трех лучших песен на альбоме. Она звучит немножко порезче, вокал такой отчетливый, яркий. Мне это намного больше нравится, чем то, что было в начале. И это же я могу сказать о восьмом треке Face. Мне там очень нравится бридж, прям он очень привлек мое внимание, я слушал, занимался какими-то своими делами параллельно, и вот он заставил меня прям обернуться и вслушаться в трек. Так что трек тоже неплохой, хотя концовка мне не очень понятна. Понятно, что пытались выйти в какое-то интересное аутро, получилось так себе. Но зато девятая у нас идет песня Blinding Lights, это главный сингл с альбома, и вне всяких сомнений лучший трек на альбоме. Наверное, только ленивый не сравнил ее с треком Take On Me. И это сравнение очень даже хорошее, потому что обе песни крутые. Мне очень нравится, как она звучит. Это вот опять же те 80-е, там 70-е, которые круто послушать сейчас, в 2020-м, который не звучит устаревше, но при этом с таким налетом старины. Десятая у нас идет песня In Your Eyes, и она тоже неплохая. И в целом могу сказать, что вот примерно на отметке песни
Face, альбом пошел вверх, звучание стало намного лучше, биты круче, голос и обработка звучит приятнее. 11-я песня Save Your Tears, о которой я не особо много чего-то могу сказать, она просто норм. Выкидывать такое с альбома не надо, в принципе, нормальный трек, который может быть на альбоме, но без чего-то выдающегося. 12-й стоит песня Repeat After Me, которая заявлена как интерлюдия. Тут уже пошел немножко другой стиль инструментала, который мне очень понравился. А вот вокально она немножко подкачала. Опять же, у меня какие-то вопросы к Weeknd'у по обработке его вокала. Я понимаю, чего они пытались добиться этой обработкой. Но мне кажется, это немножко не подходит его голосу. И примерно такие же претензии у меня к 13-му и 14-му трекам After Hours и Until I Bleed Out. Опять же, это такие треки с закосом под концептуальность на альбоме, которые немножко пере, наверное, играли в эту роль. Потому что концепт — это важно и классно, но при этом это не должно рушить альбом как интересное произведение и треки по отдельности. А тут вроде вот слушаешь, вроде да, концептуально, интересно, а песню ты уже не вспомнишь, как только она закончилась. И это не то чтобы хорошо. Но при этом к 14-му треку у меня нет претензий как к треку, который закрывает альбом. В принципе, все нормально с этим получилось. Поэтому, если говорить в целом об альбоме, я, наверное, скажу, что он не то чтобы оправдал мои ожидания. Но, честно признавшись, мои ожидания, возможно, были сильно завышены из-за того, что мне очень понравился трек Blinding Lights, как я думаю, многим другим. Поэтому, понимая, что это все-таки остался лучшим треком на альбоме, и почти ни один другой не дошел до его уровня, наверное, немножко грустно это осознавать, и поэтому альбом кажется слабее. И при этом очень сильно, я считаю, подкачала первая часть альбома, которая, по моему мнению и тому, как я люблю, не удалась вокально. Мне кажется, немножко хотелось бы, чтобы она была поярче и поинтереснее. Но при этом, если судить об альбоме как о целой концептуальной работе, он вполне неплох. Weeknd понимал, в какой стилистике он хочет работать, он ее и сделал, собственно. И, наверное, подводя итог, я бы поставил альбому оценку 7.0 из 10. И какие-то вот десятые баллы все-таки, наверное, сняты за то, что я ожидал от него намного более сильной работы. И сейчас я переживаю, что точно так же может разочаровать Dua Lipa, который альбом все очень ждут, потому что немножко стилистики перекликаются. Но в целом послушать можно. В рамках 2020 года это вообще очень даже хороший альбом. Поэтому, собственно, спасибо Weeknd'у за такое произведение. Если вдруг кто-то попал на этот видос, пожалуйста, пишите, как вам его альбом, какие песни вам больше всех понравились, может, какие-то не понравились. Мне бы было очень интересно почитать. Пока я схожу дома, сидя на карантине из-за коронавируса и просто ничего не делаю и умираю. Также еще вышел недавно альбом Найла Хорана. И опять же, если вдруг кто-то смотрит этот видос и хочет поговорить об альбоме Найла, то, не знаю, напишите в комменты, что ли. Потому что про него есть что сказать. Не очень хорошего. А так у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.